Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Вот я в это не верю. Давайте вместе развенчаем эту примету для маленьких пациентов, которые встретят праздник в больницах. Помогите больным мальчикам и девочкам увидеть сказку не в унылом белом цвете. Сделайте мир добрее, примите участие в благотворительной акции «Дай 5».